Отправить документы для поступления в ГРГУ имени Янки Купалы, не выходя из дома. Максимально сократить время подачи документов в приемную комиссию поможет цифровой кабинет абитуриента. Чтобы в нем зарегистрироваться, зайди на сайт абитуриента университета abit.grsu.by. Здесь нажимай на баннер «Цифровой кабинет абитуриента». Эта система предоставляет широкие возможности. Здесь вы можете определить форму обучения и специальность, сформировать анкету абитуриента, получить онлайн-консультацию специалиста, определить дату и время личной подачи документов, получить информацию о зачислении в режиме реального времени. Регистрация в несколько кликов. Вводим свой email, пароль и принимаем условия соглашения. Заходим в свой почтовый ящик, где получаем код подтверждения. Вводим код в указанной строке. В профиле указываем имя, фамилию и отчество. Заполняем анкету абитуриента. Здесь указываем паспортные данные, свой адрес и прикрепляем фото. Выбираем форму обучения, вид обучения, факультет, специальность, расставляем приоритеты. Фиксируем свое образование. Заполняем сведения о родителях. После этого указываем информацию о результатах ЦТ. Отмечаем учебные, спортивные достижения и социальные льготы. Внимательно проверяем заполненные данные, подтверждаем их достоверность и отправляем в приемную комиссию. После проверки данных приемной комиссии вы сможете в цифровом кабинете абитуриента распечатать заявление и договор, выбрать удобное для вас время визита в приемную комиссию, где подача документов займет несколько минут. Правильного выбора и удачного поступления! Будем рады видеть вас в числе абитуриентов Купаловского университета!